Привет, я первый. Друзья, всем привет. Димка передел. Ребят, сегодня мы будем снимать противоположный обзор предпоследнему обзору. Ну, наверное, когда он выйдет, он уже не будет предпоследним. В общем, после того, как мы выпустили обзор с таким, как нам сказали, хайповым названием «Не покупайте этого Кея», мы провели среди подписчиков опрос. Очень много вопросов было в Инстаграм, в Директе, под постами. В общем, попросили рассказать про те товары. Остались, вообще задан был вопрос, а остались ли товары с хорошим качеством в Икее, то, которое было раньше. Друзья мои, да, и их на самом деле много. Мы сегодня вам покажем такой топ, да, нашу выжимку. Это те товары, по которым у нас за 10 лет не было ни разу брака. Вот от слова совсем брака не было. Ну, мы, соответственно, пообщались еще с сотрудниками Икеи, узнали их мнение. В некоторых местах наше мнение не сошлось. Ну, в общем, в итоге сейчас мы вам покажем интересную выжимку. Пойдем. Друзья, прежде чем начать, хочу отметить такой момент. Возможно, наше мнение снова не совпадет с вашим. Это нормально. У каждого свой опыт, у каждого свое мнение. И это вот именно наша выжимка с нашим опытом и с нашим мнением, на данную тему. Товарищ хейтер, успокойтесь. Да, просто, ребят, не парьтесь. Идите, не буду сейчас. Я специально идите другое ничего, видео я смотрите. Просто специально ничего по этому поводу не говорю. Дим, иди сюда. Дим, да, ну, да. Мне надо поближе показать. Мне вторую камеру теперь не дают. Листерби. Есть еще в другом цвете, придиванный столик. Его часто используют еще и как такой, короче, как большую табуретку. Дубовый шпон и ДВП. На самом деле крепкий, добротный. У клиентки стоит в бане, в полувлажном помещении. Уже, ну, вот как только он появился, как новинка была заявлена, где-то, наверное, год с лишним. В общем, они его используют не как стол. Он у них вместо широкого табурета для крупного члена семьи. Хороший член семьи. Всякие бывают. Прям не отходя от кассы, линейка Cleansbro, на самом деле нареканий по ней нет. Единственное, если вы каким-то чудом сможете разбить стекло. Но пока у нас у клиентов не встречалось ни у кого ни разу. Отлично перекрашивается из баллончика, просто краской. И бронзовым его делали, и белым, и желтым, и красным. Каким только его девчонки в бьюти-индустрии в основном его берут под стиль салона, нареканий к нему у меня лично никаких. Служит идеально. Даже когда вот на него периодически бывают акции, и даже за 1500 это нормальный, адекватный ценник за такой вот столик. Ну, хотя он подорожал значительно. Он начинался с цены 600 рублей, нет, помните, Дим, да? Он не начинался с 600 рублей. Не, был 700 рублей. Он дешевле 1000 не стоил никогда. Да бросит. Не стоил никогда дешевле 1000. Ну, ты если лохматые года вспоминаешь, там, конечно, 10 лет назад, ну, извините, за 10 лет сколько все подорожало? Постовка для ноутбука Витшо. Ценник покажем? В офисе у нас живет уже много лет и в черном, и в красном цвете, да, Дим? Да. Ставим даже контейнеры со стеклом, когда разгружаемся, ничего никуда не разваливается, поэтому к этому предмету тоже нареканий нет. А по стеллажам Витшо у клиентов, кстати, даже кухню собирали, имитацию кухни, где использовали посуду, всевозможные вещи. Но вот здесь что-то я не пойму, какой-то он косенький. Дим, можешь его посмотреть? Просто его не затянули. Хорошо. А мне вообще кажется, что он легче стал. Нет. У нас давнишний, вот у нас как будто вот потяжелее. Линейка Билли. На самом деле не изменилась вообще нисколько. Мы покупали свой стеллаж первый лет 6 назад. Дима не особо давно собирал. Когда ты собирал последний стеллаж? Месяца два, наверное, прошло, да? Где-то так будет. Перед Новым годом, грубо, вот. Собирал очередную сборку клиентки, качество не изменилось совершенно. За все время, что мы работаем, у нас один раз у клиента разбивалась вот такая вот стеклянная дверь Оксберг. Тогда были другие цвета, ну, оттенок немного другой. Было не снято натяжение стекла, Икея обменял. Единственное, что, ребят, у кого, допустим, старые каркасы, давние очень, не стыковка сейчас с дверями идет. То есть это, на это обратите внимание, в официальном сообществе ВКонтакте у Икеи по этому поводу прям все расписано, там даже рекомендации есть, как это сделать. Поэтому Билли спокойно могу отнести к одним из лучших товаров, по которым нет нареканий. И, кстати, проблем по браку у нас лично не было с ними ни разу, не возникало у наших клиентов. Сколберг Споран. Удобный стул. Берут в бьюти-индустрию, берут школьникам. Разгон цветов. Сейчас есть хотя бы с чего выбрать. Кстати, на него до 11 марта акция. Если у нас до этого времени обзор, мы выпустим.
Нареканий нет. Из плюсов вижу хорошее металлическое основание с нормальной плавной регулировкой. И главное, что можно отдельно при необходимости купить сидушку. Потому что если вдруг с сидушкой что-то случится... Ну, кстати, за все время, говорю, у нас не возникало вот никаких нареканий по этим стульчикам. Ну, он простой. Он обычный. Но он стоит этих денег. Особенно вот сейчас за 2500. Вот. Наше, можно сказать, любимое, обожаемое кресло Маркус. У нас их два. Одно у Димы, одно у меня. Никаких нареканий. Все, кто их берут, просто безумно потом в них влюбляются. И живут они в них долго и счастливо. Плюс еще на него дополнительная гарантия 10 лет. Он из натуральной кожи, неушибаемый, очень-очень удобный стул. Но я думаю, мы сегодня не будем прям характеристики давать, да, такие? Мы просто будем отмечать товары, которые вот... А так у нас и заголовок, и заявлен. Ну да. А то мне как-то не... Что мы можем еще сказать по этому поводу? А то мне как-то непривычно, что я ничего ни с чем не сравниваю, никаких аналогий ни с чем не ищу. Ну, ребят, сразу скажу, вот данное кресло стоит до единой копейки. Этих денег? Да. Таким этим? Давай. Стол Бекант. Мы стоим, конечно, возле самого дорогого, с подъемным механизмом. Можно его упростить. Отдельно столешница стоит от 7 до 9 тысяч, зависит от цвета. Неушибаемый стол. Клиент брал на кухню. Ничем не покрывают, пользуются с удовольствием. Здесь уже выбирайте сами, какое вы хотите основание. Бюджетное, небюджетное, подъемное, неподъемное. На него тоже есть расширенная гарантия. А если еще и, как иногда бывает, вы поймаете его по скидке, это будет вообще космос. Коврик прозрачный в ящик, вольера 150 сантиметров. Сейчас он идет только в прозрачном цвете. Раньше был, кто помнит, еще и серый. Вот, как любит Дима говорить, универсальный до невозможности. Вырезать вы можете как угодно, что угодно, куда их только не берут. То есть изначально это кухонные, а у нас лежал... А где у нас лежал? Что-то в районе балкона у нас он жил, да, в каком-то шкафчике, да. Я помню. И очень много клиентов берут просто в прихожую, в общем, во все шкафы, где вот есть соприкосновение. Стул Теодорос, есть он еще и в белом цвете, мы вам про них вот недавно рассказывали, обзор по стульям уже есть. Удобен, железное основание, очень стильно смотрится. Все-таки, как бы я не любила стульчики АДЭ, у АДЭ дырки, которые, простите, впиваются, да, в определенные места тела и не совсем комфортны. А у Теодороса все лаконично, и главное, вот эта большая часть загнута, что она не врезается в ноги. Поэтому Теодорос очень нежно полюбили частные школы. И недорого, и можно штабилировать, и эксплуатация такая, что с ним не случится ничего. Я думаю, это только, да, для девчонок, но тем не менее. Туалетный стол Хемнос, нареканий ноль, и даже бьюти-индустрия берут часто для оформления студии, и фотографы берут фотостудии для фотографий. Нареканий не было никогда. Да, он специфичный, он интересный, но тем не менее он классный. Хочу отметить Ольгот. Жаль, конечно, что он уходит из России. Возможно, кому-то там, в Европе и в других странах повезло, и у вас он будет продаваться. Я знаю, что в Европе есть даже черный. К этому другу не было никогда нареканий. Живет где угодно. На балконе, в ванной, на даче. Бросайте его в холодном помещении, ему не будет ничего. Единственные возвраты, которые были по льготу за все время, это когда есть лишние детали, когда люди немножко, ну, как бы не подрасчитали, либо брали с запасом. Ну, нет у меня к нему нареканий. Мной, честно, горячо любимый столик «Антилоп». Через наши руки их прошло 4. У младшей было 2, и у старшей было 2 стула. Ребят, это идеальные стулья за очень маленькие деньги, потому что везде стульчики начинаются для кормежки от где-то 3000. Если то, что за там 2-2,5, это страх божий. А это нормальный, адекватный стул, который всегда можно вместе с ребенком. Почему у нас, например, было по 2 стула? Потому что один жил дома, а другой у кого-то из бабушек жил. Спокойно можно было перемещать. Поэтому антилоп, а тем более сейчас еще, если раньше это было все вместе, то есть подушка, да, с чехлом, а сейчас это еще сделали удобно, стали продавать отдельно. Отдельно саму камеру и отдельно 2 вида чехлов. То есть тоже можно использовать. Плюс из дорогого стульчика Лангур неплохо тоже подходит вот этот чехольчик. Хотя, по идее, он сюда не предназначен, но при желании можно его сюда примастырить, и ребенку будет совсем уютненько, аккуратненько. В общем, это мы рекомендуем искренне. Мы продолжаем шествие по детской. Линейка Сниглар, она, конечно, подорожала. Что скрывать? Мы покупали такую кровать
5-6 лет назад где-то в районе 1000 или 1500, не дороже. И пеленалка стоила где-то 1300, да. Цены выросли, но это тоже неубиваемое, хотя снеглар, если мне не изменяет память, у нас из массива бука, кстати. Ну да, снеглар же буковый, поэтому для или пеленалка тоже. Для бука. И пеленалка тоже. И пеленалка тоже, да. А из пеленалки потом очень часто делают столики. Обрезают и для рисования из песка. Помнишь, мы хотели сделать из такого столика? Так мы его и отдали кому-то. Вот, то есть вот это, девчонки, на самом деле очень удобно. Мне он сильно спас после операции с Аленкой, что мы, как бы я могла за ней ухаживать без чьей-либо помощи. Нет, нельзя слово жопка говорить. Пятая точка. Маленькая пятая точка. Почти запятая. Давай. Горшки детские для маленьких пятых точек. Нам запретили матом ругаться. Да, нам запретили вообще, в принципе, выражать эмоции, поэтому, может быть, сегодня немножко так скучновато. Начитавшись комментарии. Я прям строго контролирую каждое слово, которое я говорю. Вот, ну, мелкий горшок за 150 рублей такой средний, он для меня посредственный, а вот этот за 400 рублей, друзья, он неубиваемый. Мало того, что у него, как у собачьих мисок, есть вот тут прорезиненный стопорок. То есть, ну, это на самом деле, когда дитё начинает елозить, да, вы не убежите. И никуда ничего не выльется. В общем, у нас до сих пор, нам почти 6, а мы им пользуемся. Ромб. Ну да. И снова детская. Линейка Стува. У меня нареканий по ней нет. Все клиенты, которые брали, которым мы рекомендовали, довольны, пользуются много лет. Дети вырастают, они меняют что-то, переделывают и продолжают пользоваться дальше. Если сравнивать с тех, наверное, шкафов, которые есть в Икее, вот Стува один из самых неубиваемых. И при этом у него очень крепкая верхняя часть. То есть даже если вы нагрузите сюда коробки с какими-то игрушками или вещами, у вас он не прогнется, и, как Дима любит говорить, вот так вот колесом не встанет. Полумесяца. 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 Подзастряли мы в детской, но тем не менее, линейка Мамут. У нас один комплект живет на улице, круглый год, неубиваемо. И хочу сразу, вот мы, кстати, по Мамуту уже никогда не снимали. Очень часто у новых клиентов возникает вопрос, а вот это брак? Ребята, это не брак. Когда, если вот это будет зафиксировано вот так, то ребенок у вас будет все время качаться на стуле. А здесь у него не возникает желания, потому что он может сам откидываться немного, как ему удобно. Поэтому качающаяся спинка – это удобство ребенка. Мебель неушибаемая. Как у нас эксплуатирует младшая дочь, и в хвост, и в гриву, и их использует как угодно. Мы даже сидим сверху на нем и смотрим мультики на столе, рисуем всем, чем хотим, оттирается на ура. Ну, данная линейка, она стабильным спросом пользуется. Да? Стабильно. Возим всегда, вот просто всегда. Ну, а что можно купить ребенку из нормальной мебели, которая будет... Вот, например, если брать линейку Сундвик, ну, опять сейчас меня в демагогию несет. Неплохая линейка, но обтирается быстро, прям вот страшно мебель становится. У нас же есть и качалка, и стульчик у Аленки. Хочу отметить вот этого товарища. Вообще, на самом деле, все игрушки в Икее, мягкие игрушки, ребят, идеальны для меня, как для мамы у нас. Сколько у нас самой первой игрушки, Дим? Надюша родилась, нам присылали, да? Первые игрушки ровно столько, сколько мы первый раз посетили магазин. Да. Это было 12 лет назад где-то, даже побольше. Да. Вот, поэтому игрушки неушибаемые, берите, не бойтесь. Очень многие берут и собакам играть, потому что все прошито, никаких нет острых частей, пуговиц и так далее. То есть только ткань и нитка. Но вот все, что касаемо детей, на самом деле у Икеи прям пунктик за детскую безопасность. Детскими товарами я довольна всеми. У нас нет ни одного товара из детской, да, линейки. Вообще неважно, игрушки, текстиль, мебель, чем бы мы были, вот фу. Беда. Ну вот кроме нюансов по Труфасту, которые возникают. Но здесь есть, кстати, обзор, можете посмотреть, чтобы их избежать. Друзья, самая популярная сковорода среди наших клиентов. Каждый, кто ее брал, приходит потом со словами благодарности. И часто заказывают еще для знакомых, родственников и так далее. На самом деле сковорода обалденная. Пользуюсь тоже лично ей. Какой здесь тефлон? Уже забыла. Дюпон, Select Plus. Кто хочет посмотреть подробности, смотрите про все сковороды в обзоре. Единственное, что отметить хочу, не пригорает. Универсальная. У меня у нас на самом деле только она и стека. Продолжаем. Не пригорает.
И очень удобно. Дима любит вот, вот так готовить. Я думаю, не только без Дима. Вилок, без этих, лопаточки. Без лопаточек. Без лопаточки, да. Здесь борт позволяет не убежать еде из сковороды. На лету. На лету. И не испачкать кухню. Но вообще, единственное, конечно, вот, ну, минус то, что ее не поставить в духовый шкаф. Но для этого есть сотейник из Умберлига. И вот бортик бы можно было чуть поменьше, потому что так как, опять же, да, ее нельзя использовать для запекания, то порой вот эта высота чуть излишняя. Не более сантиметров, я думаю. Ну, это уже так прям мелкий нюанс. Клатушка для мяса, IKEA 365, Where the Full. Тоже неубиваемая вещь, очень легкая, но хорошая такой вот. Дим, как это правильно объяснить профессионально? Ширина вот этого отбивания. Ну, сам молоток широкий, сразу много, большое количество проходишь им. Ну, площадь. Площадь, все, правильно. Мерси. Нет? Ну, наверное. Это угадал? Угадал. Это я просто твою мысль так не до конца не понял. Ну, вот смотри, когда отбиваешь мясо, да, то есть чем шире вот эта часть, получается площадь, тем меньше ты движений делаешь. Ну, не от этого зависит. Не от этого? Просто смотри, тут видишь кружочки. Угу. И... Да не знаю, общем, ну, короче, работает этот механизм, работает. Девчонки все, кто берут, тоже довольны. И их очень рекомендуют, опять, да, подругам, знакомым. Девчонки приходят, прям вот, вот подружка брала молоток для мяса, мне тоже его привезите. Вот, казалось бы, банальные вещи, которые можно купить где угодно в ближайшем хозяйственном магазине. 25 рублей. Неушибаемый счет. Единственное, что посуду я и мыть не люблю. Мне она нравится для хозяйственных нужд. И пока мы жили в частном доме, отмывать душевую кабину без каких-либо средств, просто вот от этого мыльного налета. Цены нет этой щетки. И вот это вообще моя любовь. Мне кажется, у нас не осталось ни одной клиентки, да, Дим? Да. Которые бы не купили эти губки. И все, кто их берут, потом на них подсаживаются, и другими уже пользоваться не хочется. Они не раскиселиваются, их надолго хватает. Но я пользуюсь обычно пачку на месяц, то есть одну губку на 10 дней, а потом в ход нужды. Плиту мыть, там еще какие-то поверхности. В общем, куда вы хотите, но тоже неушибаемая вещь. И очень жаль, когда они пропадают. Ну, часто, иногда бывает все-таки брак, но партии быстро снимают, когда идет отслойка вот этих поверхностей. Вот это самые любимые миски. Они есть разного диаметра. Это просто универсальная. Есть вот такая вот огромная. Это для замешивания теста, для каких-то больших маринадов. И вот такие вот маленькие порционки. Я хочу отметить среднюю миску. Мы их используем для всего. Она у нас есть и для салатов, и есть она у меня. Когда провожу мастер-классы по себе в Сибириану, у нас таких 8 мисок именно вот для соприкосновения с ручками, с водой. Полностью. Казалось бы, она металлическая, она из нержавейки, из нержавеющей стали, Вьетнам, но она полностью, ребят, инертная, не вступает ни с чем в реакцию. Я их очень люблю, никаких особых капель не возникает, бьюти-индустрия вообще их даже стерилизует, специально автоклаву помещает. О как! О как! Я думаю, вы уже в курсе, мне даже говорить ничего не нужно. Лангстед, наши любимые коврики. Неубиваемые, хорошо чистятся. Обработанный край, ничего не загибается. Правда, их очень люблю, всегда их искренне рекомендую клиентам. Есть еще несколько ковриков, но это вот самые такие вот. Самый топ-топ-топ-топ-топ. Как Дима сказал, спас ни один матрас. Ни одну семью от скандала. Матрасник Гокер. Сейчас он идет по цена ниже, но у нас что-то, смотрю, по наличию их особо нет, только малыши. Не знаю, куда дели большие, надо выяснить. Ребят, мы пользуемся сами, пользуемся уже много лет. Опять же, да, буду банальной, но вот сколько младшей дочери, столько этому на матраснику. Вот эта часть у нас не развалилась. Слушай, мне кажется, у нас на более резиновый. Не разворачивал там ни разу, не интересовало. Ну, в общем, стираю я его на 60 градусах, все отлично, быстро сохнет и защищает матрас. Спать на нем комфортно. Линейка Лилонген, называйте как хотите. У нас стоит в ванной. Опросила клиентов специально. Ни у кого, ни разу ничего не развалилось. Вот Лилонген мы, кстати, рекомендовали, когда снимали обзоры. А вот Гудмарингон у нас, наоборот, отслойка произошла. Но это уже отдельная история. Поэтому Лилонген могу сказать, что да, один из самых неубиваемых шкафчиков. Берите в ванну, не пожалеете. Уже ставший легендарным торшер Нут. Вот эту вещь, я не знаю, что нужно с ней сделать, чтобы ее ухайдокать, мы не смогли.
Лизе тоже. Клиенты тоже не смогли. Сейчас начинаются праздники, к 8 марта заказывают их очень-очень много на подарки мамам, родственницам. В общем, штучка классная. Единственное, очень печалит, что вот здесь заменили на светодиод U10. Вместо маленького цоколя, да. Потому что клиенты печалятся на эту тему. Вот. Он есть и беленький, и черненький, и одиночный, и двойной. Здесь уже выбирайте, какой вы хотите. Брака и раз. Никогда. Сумки Перкла стоят 2 копейки, а функционалы намного много. На 1000 рублей. На 1000 рублей, правильно. 149 рублей. Мы ездили с ними в отпуск, прямо вот так, в багажник. То есть у каждого упало по такой сумке. Много вещей, кстати, умещается. Дома храним все. От каких-то Диминых инструментов, елки, игрушки, несезонные вещи. В общем, реально все подряд. Не рвется, мне нравится. За те деньги, за которые просят за перку, это шикарно. Вешалки. Бумеранг. 8 штук в комплекте. Кстати, кто хочет сэкономить, берите неокрашенные, естественные. Разница сейчас 90 рублей. Как я обычно говорю, в шкафу все равно не видно. Все это закрыто, а серебристый хвостик, он везде одинаковый. Нареканий тоже не было никогда. За все время брак возник один раз, и то переломана вот эта перекладинка была. Ну, там сучок был посередине. Да, там сучок был. То есть здесь просто выбираете, чтобы они были вот, ну, ровненькие, а так выдерживают. Их, кстати, магазины одежды очень-очень хорошо берут. Не покажу. Рамка фикс был. Цвета разные. Ценник вполне бюджетный. Ну, они, конечно, всякие бывают. Но вот так, чтобы они там потрескались, в отличие от других рамок. Какие-то переходы по цвету. То есть у нее такая вот основной ее плюс – это цена и такая лаконичность, да, ничего лишнего нет. Вот. Ну, наверное, все. Много на самом деле таких товаров, которые можно еще, про которые можно сказать, отметить, то, что они хорошие. Ну, возникали какие-то различные ситуации, косяки, брак и так далее. То есть мы сейчас прогнали. Нет, Тань, это пилотная версия опять. Ну да. Если вам это, опять же, данная тематика будет интересна, мы еще расскажем про товары, а их полно. Ну, много есть чего еще отметить. Да, просто мы пока сейчас думаем, что получится. Тестовое запускаем, да. Ребята. Интересно ли вам вообще? Напишите в комментариях, интересно ли, допустим, там, может быть, раз в месяц, раз в 2 месяца получать такой обзор на канале. Худшие, лучшие по итогам месяца, например. Либо по вашему опросу. Ну, поняли, да, с какой стороны будем заходить. Ну, интересно ли, опять же, вам это будет смотреть. Или возвращаемся к старому. Ну, старый контент мы не забываем. Это и новинки, и отдельные обзоры по вашей просьбе, по конкретным товарам, сравнение серии. Это все будет. Да. Ну, у нас все. Сегодня не было не использовано ни одного нецензурного слова. Думаю, ничьи чувства мы не оскорбили. Слова были с овощами, частями тела. Мы там запикали. Мы не употребляли. Да. Все. Мы были молодцы. Правда, скучно было, но мы были молодцы. Скучно. Пошли.